Всем привет, вы на канале Тики Пики Фики Нигас. И всем полюбившаяся рубрика «Распечатка». Сегодня я получил посылку с номерами нехватающих журналов у меня. Classic Rock. Пару штук у меня тут насобиралось, но каких-то не хватает. И тут одни из самых первых номеров. Сейчас мы на них и посмотрим, что это за недостающие номера. О, упаковали с кинопластиком, даже журналы упаковали с кинопластиком. Мы имеем тут журналы. Итак, номер 4 за 2001 год. Стивен Тайлер на обложке. Итак, номер 4 за 2001 год. Уходит у нас... О, у меня таких ранних вообще нет. У меня вон самый ранний, это за сентябрь 2002 года. Также есть номер 1-2 за 2003 год. Ну, 2003 год уже что-то имеется. Это оно тогда идет вот сюда. Это надо переложить. Это положить. Это сюда. Оставим это здесь. Так, дальше. Номер 12 за 2002 год. Номер 12 за 2002 год. Есть декабрь, а это июнь. Это номер 12, 15, 14, ага. А у меня самый ранний номер был вот этот. Я его купил в магазине в городе Москва, когда там был, в сентябре 2002 года. Потом просто номер 2 за 2001 год. Меня предупреждали, что тут не будет пару листиков, но по толщине журнала складывается впечатление, что тут прилично листиков не хватает. Что-то тут навыдирали. Наверное, Рамштайн или какой-нибудь Металлику всю повыдирали. Вообще просто номер 2. Просто номер 3. Они такие тоненькие были. Непривычно тонкие. И просто номер 6 за 2001 год. И мы имеем 2, 3, 6. 6. А вот 4 это сюда. И тогда по новой нас. Номер 2, номер 3, номер 4, номер 6. Номер 12, 14, 15, 17 и 18. И дальше по возрастанию идут номера. Ну, будет что почитать на досуге. Всем спасибо, что были с нами. Слушайте музыку и читайте книги. Смотрите картинки в журналах.